Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi RS 6. Ремонт задних крыльев. Разбираю. Итак, машина разобрана, и первым делом мне нужно выровнять зазоры багажника с крыльев. Правый чуть меньше, левый за большой. Делаю необходимые мне измерения, чтобы выяснить, куда мне что толкнуть. И затем толкаю влево крышу. Из-за этого левый зазор станет меньше, правый больше. После того, как это я все сделал, приступаю к ремонту крыльев. Начну с правого крыла. Работать буду со споттером, поэтому удалил краску в поврежденном месте. И сначала я вытягиваю арку. Теперь вытяну ребро жесткости и затем споттером буду равнять плоскость. Открыл крыло черной краской, чтобы видеть все ямки, чтобы не ломать глаза. И затем добиваю.
Правое крыло я закончил. И теперь приступаю к ремонту левого крыла. Делаю все то же самое, что и с правым. Левое крыло я тоже закончил. Теперь покрываю крылья грунтом и прикручу бампер и фонарь. На этом работа с металлом и моя работа закончена. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 3 рабочих дня.
Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!